Для каждой будущей мамы ожидание малыша – это важное и волнительное время. Она как никогда нуждается в заботе и помощи. Именно для того, чтобы окружить будущих мамочек вниманием, в актовом зале Центральной районной больницы провели торжество, приуроченное к Всероссийскому дню беременных. Важность поддержки материнства, рождаемости, защиты традиционных ценностей в нашем обществе подчеркнул в своем обращении главный врач больницы Алексей Долгов. Тем, кто уже имеет определенные достижения в виде ни одного ребенка. Вот я хочу пожелать сил, чтобы вырастить наше поколение достойное, чтобы мы, как родители, гордились им. Все прекрасно знают, что дети – это нелегкий, но благородный и благодарный труд. Поэтому от себя лично, от своего коллектива, от кого могу, поздравляю вас. Продолжайте в том же духе. Гостями праздника в этот день стали и будущие папы. Для мужчин провели мастер-класс по пеленанию новорожденных. Пользуясь случаем, будущие мамы задали вопросы заведующему Великоуйским родильным отделением Руслану Груздеву. В первую очередь женщин интересовал вопрос возможности проведения партнерских родов. Женщины спрашивали у врача, идут ли сейчас мужчины в родовую, чтобы первым встретить своего малыша в нашем большом мире. Тут был ковид, никого не пускали в больницу, вообще, слава богу. У нас такой проблемы нет. Мужья, в принципе, приходят. Для будущих мам звучали музыкальные подарки. На память о мероприятии будущим мамам вручили буклет и сувенир с полезной информацией. Впереди у девушек важные события – рождение и воспитание самых главных в их жизни людей. Ребенок у меня первый, долгожданный. Как беременность проходит хорошо. Готовимся, как все. Покупаем самое необходимое, купили точнее уже все и просто ждем уже того самого события. Поздравляем будущих мамочек с праздником. Пусть дни ожидания будут светлыми и спокойными, полными любви и счастья. Ксения Смирнова, Антон Карев, телеканал «Русский Север».